отпуск, стараются выезжать из дома где-то отдохнуть, а мы едем отдыхать домой. Ну и как вы выдерживаете вообще такой образ жизни? Это нормально выдерживается? Это нормально, просто по-другому уже, в другой жизни уже себя не представляем. То есть настолько это уже, то есть в крови уже, обстановка сама, атмосфера, люди, поэтому по-другому как-то уже тяжело. Да. Леночка, а почему вы не учились в цирковом училище, если вы с детства были в этой обстановке? Ну, я закончила музыкальную школу, и, в общем, сразу мне прочили музыкальную карьеру. Вот, поэтому об училище даже речи не было. Я совершенно не спортивный человек. Ну, а потом так получилось, что пришлось работать. Да. Ну, и так уже осталось в цирке. Начинала вообще в оркестре. Просто в оркестре, да. Толя, скажите, а вот вам на арене страшно не бывает? Нет. Никогда. Нет. Перед выходом бывает немножко страшно. Как правило, вот, волнение обычно бывает перед выходом. Самое волнение. Это вот выходить, вот тут немножко такое. Ну вот народ замирает. Вот когда вы взбираетесь на свою высоту, вот люди, я смотрела, смотрят вот дыхание, затаив. И, в общем, они вам-то аплодируют больше, чем всем, потому что вот они сопереживают вот очень сильно. И все это вот как обычная работа. Это обычная работа. Это, ну, как у всех работа. Все идут на работу, как нас. У нас такая работа. И вот водитель идет, может быть, у него больше риска, чем, например, у меня. А вот когда вы шли в цирковое училище, вы хотели, вот у вас была целенаправленная какая-то мысль, вы хотели быть определенно вот кем-то, да? Нет, нет. Определенно кем-то я захотел после второго курса. А почему? А потому что я уже посмотрел, что делают, свои способности, как там ведь не только вот набирают, например, я хочу быть таким, я таким и буду артистом, эквилибристом или акробатом. Там в зависимости от способностей, там масса преподавателей, которые могут посоветовать, где ты сможешь больше проявить себя. И потом начинал я не эквилибр, вот, который сейчас с нами работает. Я начинал перши. А что это? Это перши, это трубы такие дюралевые, 8 метров, 6 метров. И вот держат их на лбу, на плече. Я был верхним в таком номере. Понятно. То есть вы взбирались кому-то на плечи и стояли на этих трубах дюралевых, да? Да, и то, в принципе, то же самое вверх ногами, только высота несколько больше и на лонже, правда. Вот я еще вас хочу спросить. Вот все-таки, мне кажется, вы 20 лет назад закончили училище, да? Вот, мне кажется, 20 лет назад, а тем более 40 лет назад, вот фильм «Цирк», вот как-то все это было, эквилибрист, циркач, это все было как-то романтично. Люди хотели какую-то профессию, там, быть летчиком, быть космонавтом, а сейчас все хотят быть предпринимателями, купцами. Кстати, ваша фамилия Купцов. У вас никогда не было мысли быть купцом? Нет, вы знаете. Вот вы не жалели никогда, что у вас вот такая романтичная профессия, и с которой сейчас, мне кажется, все-таки тяжело? Тяжело, но жалеть никогда не жалел. Мне просто немножко жалко, в каком плане, что вот это время, когда сейчас артисты немножко почувствовали себя свободнее в плане творчества, немножко поздно наступило. То есть мне уже сейчас 40 лет, понимаете, было бы это пораньше, просто возможностей проявить себя. Было бы больше, может быть, чуть больше. А в чем это увеличение возможностей? В чем оно проявляется? Свобода? Свобода? Ну, свобода проявляется прежде всего в том, что нам сейчас разрешили заключать самим контракты выезда за рубеж. Понятно. Понимаете? То есть вы немножко можете сами собой как бы распоряжаться, да, теперь, не через, да, там Москонцерт, да, там Мосцирк? Да, да, в принципе, да. А вот за границей вы часто бывали вот со своими программами? Да. Довольно часто. Вот буквально, ну, не так давно, в этом году мы из Франции приехали. И как вас там принимают? Прекрасно принимают. Прекрасно принимают. Везде. Но сейчас сложность в том, что сейчас легче уехать, ну, в плане легче, как выезд, работу в цирке, не большой программой, как у нас принято было раньше, а один номер, два номера, три номера выезжает. А вот не бывает никаких случайностей на арене? То есть вот правда действительно никакого риска? Вот вы меня убеждаете в этом, а мне как-то не верится. У нас риск, в общем-то, запланирован в работе, поэтому тут уже, ну, идешь на... Никто не может избежать случайностей в обычной жизни. Ну вот, а вам, вы стоите, наблюдаете за своим мужем, вам не страшно? Страшно. Страшно, да? Страшно. Все-таки переживаете? Ну, как же, конечно. И каждый день изо дня в день вы переживаете. Ну, это же утомительно. И за себя, и за него. Да, да, правда, действительно. А что ты хочешь сказать? Ну, чего ты рвешься? Что ты хочешь сказать? Ну, скажи, тебе нравится, как папа работает? Нравится? Ну, говори.
А ты все программы смотришь цирковые, скажи? Ага. А сам уже не становишься на голову, нет? Нет. Почему? Ну, папа, вот смотри, стоит на палке такой длинной на голове, а ты? Будешь стоять, как папа, на голове? Да. На палке? Ну, так скажи нормально, скажи «да». Скажи громко, как ты говоришь мне. Ну, а в Харькове вас принимают хорошо? Хорошо. Ну, я не знаю, не только в Харькове. Нас вообще хорошо принимают. Вы знаете, я обратила внимание, вот, во-первых, на то, что у вас все-таки все коллективы семейные, как бы, ну, наверное, это все-таки образом жизни как-то обусловлено, да? И еще я обратила внимание, что даже вот эти мальчики ваши, я не знаю, как они называются, которые вот вам все приносят, подают. Да, вот они так замечательно улыбаются. Вы знаете, эти мальчики в основном или будущие артисты, или артисты, да? Ну, которые там или на ВП находятся, которым нужно просто подработать. Поэтому эти мальчики очень хорошо понимают все это. Ну вот как, а как вы считаете, вот эти их совершенно ослепительные улыбки? Это потому что так надо, или все-таки это как бы вот проникаются все-таки они на всю жизнь этой атмосферы? Это, наверное, человеческое какое-то. Ну, тут отношение к людям, которые работают в манеже. И потом здесь... Мы все не чужие. Здесь мы, да, здесь семья. Здесь не только вот подразделяются артисты, это артисты. Но это заметно. Цех униформы, это цех униформы. Вы даже обратите внимание на билетеров, которые стоят в манеже. Они тоже, это вот тоже наши и ценители, и наши критики. Потому что мы приезжаем через 2 года, через 3 года. И они видят. А потом очень многие, те же люди, они по 20 лет работают, те же билетерши, они уже знают всех вот с такого возраста почти. Вот как Илюшка вот такие начинают. Когда были детьми, и потом... Ну вот скажите, вот то, что у вас это все вот одна большая семья, это ведь очень хорошо, наверное. Ведь мало кто имеет такую счастливую возможность иметь вот такую вот тесную большую семью, в общем-то, какие-то такие взаимоотношения теплые, добрые, это же прекрасно. Ну вы знаете как, это складывается вот в Харьков. Ну, можно по пальцам посчитать такие цирки. Харьков, Ленинград. Это, ну, своего рода мы между собой называем академия, где одни и те же люди на протяжении многих лет работают. Сейчас солнышко. И они любят цирк, они то есть любят. Все любят цирк. Начиная от работников гостиницы, униформа, в цирке, билетеры. Они любят цирк, они любят свою работу. Любят не меньше, чем мы их любим. Поэтому, выходя в манеж, мы видим, ну, их... блеск их глаз, их поддержку. То есть они вместе с нами волнуются, вместе с нами сопереживают во время работы номера. Они поддерживают, они аплодируют, они... Ну, это как вот родные, вот как вот... Ну, в общем, без лести можно сказать, ваши харьковчане, ну, почти наша семья, потому что они нас знают много лет, и мы их знаем много лет, и мы с удовольствием всегда сюда приезжаем, в общем, в Харьков. Леночка, а будешь артистом? А что тебе больше нравится? Ой, с собачками тебе нравится вот работать, mm-hmm. нет? А вот как тебе больше нравится? Как папа работает или с собачками? Mm-hmm. Ну тогда ты мне все да отвечаешь. Как больше нравится? На голове стоять? Да. А с собачками? Ну да. А с Мишкой ты знаком? Вот маленький такой Мишка у вас есть? Ну да. Да, а зовут как Мишку? Да. Ну да, понятно. А зовут? Да, обожаюсь. Большая Мишка, да не, она маленькая Мишка. Маленькая. Леночка, ну а вот если вдруг действительно ваш сын захочет быть артистом цирка, вы как к этому будете относиться? Если у него получится, я буду считать за счастье. Если он еще будет таким артистом, как папа, с таким усердием, можно считать, что из него получится человек. Я так буду. Ну, получится из тебя человек, что конечно. Что он выберет сам, то и будет. Ну, а вообще, как часто дети, в общем-то, принимают эту как бы традицию или династию? Очень часто, очень часто. И вы знаете, я рад, то, что дети пойдут по стопам родителей, потому что меньше времени уходит у них на какие-то ненужные. То есть у нас репетиция, работа. То есть идет какой-то распланированный день, и да, дети, они чувствуют, что они идут на работу. Вот это вот обязательство уже не только вот то, что побаловаться где-то. Они уже себя настраивают на то, что их будут смотреть зритель, они чувствуют аплодисменты, они также переживают. Вот это вот важно, чтобы ребенок уже почувствовал себя нужным, даже в своем каком-то детском проявлении, ну вот нужным, что он нужен. Не просто ребенок как ребенок, а он уже начинает осознавать, что он... выходит именно работать.
А вот как странно, вот вы помните, какое-то время назад считалось, что если вот сын идет по стопам отца, отец столяр, слесарь или токарь, то это династия, то это хорошо. А если отец там или мать актер, и сын идет по стопам, то это вот значит просто по знакомству, как бы. Вот мне кажется, что это потому, что люди не всегда осознают, насколько труд артиста тяжел. Вот вы же знаете, что ваша работа — это кропотливый ежедневный труд. Вот вы владеете своим телом вот так, как вы им владеете. Это же нелегко. И вот ваш ребенок будет вот вынужден вот так работать. Ну, так, как все люди, в общем, не работают. Вас это не пугает? Нет, не пугает. Немножко я постараюсь сделать так, чтобы ему просто легче работалось в плане подготовки. А что значит «постараюсь сделать»? Ну, я как начинался с занятия спортивной гимнастикой. И вот тем раньше. Со школьных лет, да? Да, именно со школы. Я в 4 классе уже был чемпион школы по гимнастике. Поэтому чем раньше... А вот почему, вот мне интересно, а почему вы пошли вот не в спорт в большой, а именно вот в цирк? А вот тут мне уже подсказали, вы знаете. Потому что существует, это в большом спорте тоже идет страшный отбор. И человеку, когда говорят, что вот дальше у тебя существует какой-то потолок. То есть для того, чтобы... А в цирке потолка нет? Нет. Нет, в плане потолок там по... Ну, то есть по я... Возможности. По возможности. Например, в сборную я не попаду. Понятно. Продолжать дальше заниматься — это заниматься для себя. А продолжать для себя и получать удовольствие — вот это можно в цирке. Толя, а вы счастливый человек? Ну, трудно сказать, счастливый. Ну, если ваша работа вам дает отдохновение и вдохновение, то это много? В этом плане я могу считать себя счастливым. То есть я получаю удовольствие от того, что я работаю. А мы получаем удовольствие от того, что мы вас видим. Вы видите, как хорошо. Но я желаю вам всего хорошего. И самое главное, чтобы действительно всегда все было удачно. И чтобы мы, затаив дыхание, наблюдая за вами, все-таки всегда со вздохом видели ваш прыжок внизу. Все, спасибо. Спасибо большое. Я благодарен вот жене своей. Если бы не ее забота, не ее внимание, может быть, такой уверенности в работе бы и не было. А вот почему? А потому что, когда я спокоен, что у меня дома все нормально, жена со мной, ребенок со мной, это очень психологически, важно, это да? Очень важно. Это очень важно. Анечка, а вам психологически как? Ну, когда в семье все нормально, тогда и в работе все ладится. В общем, так оно и есть. И для... То есть нет раздражителей ненужных. А для нас это, я не знаю, как и для многих людей, для, я считаю, нормальных, которые работают на заводах, это очень важно. А вот в таком случае, вы знаете, вот еще у меня тогда такой есть вопрос. Вы же живете одной жизнью, но ведь не все, в общем, даже и понимают. Не то чтобы у всех нет такой возможности, они все даже и понимают, что это хорошо, когда вот муж и жена живут одним делом, одной жизнью. А чаще даже вот расхожее есть такое мнение, что это и плохо. А вот вы как считаете, это плохо или хорошо? Наверное, в каждой семье по-своему. Нам это и помогает. И у нас и споры какие-то, и ссоры даже бывают на этой почве. Но все равно это одно дело, оно и объединяет. А многие считают, наверное, что лучше, когда у каждого свое интересненько, а каждый со своими какими-то как бы делиться, делиться. Жена не принимала участия в делах мужа, там, ну, некоторым это нравится. То, а вам? Мне, например, это. Мне больше нравится, когда мы с ней решаем вопрос, там, костюм, как. Что вот она смотрит со стороны, как ассистентка, вот сегодня ты хуже отработал. То есть я, может быть, это не чувствую. Она говорит, а вот сегодня ты где-то там не то сделал. Там не так посмотрел, как обычно, или какой-то жест сегодня появился новый, говорит, или вот после перерыва. Это вот тоже критика моя. Ну все, ребята, спасибо вам большое. Спасибо. Пленок.